сидіть здесь. Ще 2 години будемо сидіти тут, Богдан. Я зі Львова, ти звідки? Я теж зі Львова. Уявляєте? Совпадіння? Не думаю. Які фільми улюблені? Я не дивлюсь фільми. Немає улюблених. Синістер точно должен быть. Не было, не было. Ні Синістер, ні ще там одно название. Не было ничего. Я еще так удивилась, думаю, а где ты их смотришь? Можем познакомиться. Ну как бы, а что со мной знакомиться? Меня вы видите, как меня зовут, как бы тоже видно. А у вас нет ни фотографии, ни имени, ничего. Так, найти пиратить. Ну, как вариант, но мне просто удобненько на Нетфликсе. Хочу погулятися десь. Не можем погулятися. Я кажу, так проти. Весь уж на балконе черпала. У меня нет балкона. Могу просто из окна флаг все-таки есть. Я футболку вместо флага. Ну что ты тут раскрываешь все мои секретики? Не раскрывай все мои секреты. Леня, что ты уже ушел? Так непредсказуемо. Натерла лоб себе красный. Есть, ребят, пишите, пожалуйста, кто есть. Все, куда ты валишь? Богдан, куда ты сваливаешь? Мы с тобой не договорили. Подожди, куда этот собрался? Спасибо, друг, за колон дружбы. Это очень мило. Куда ты сваливаешь? Говори. Про що не договорили? Куда ти свалюєш? Куда свалюєш? Говори. Я свалюєш спальню хотіла.
заходить? Перезаходить? Я извиняюсь. Или что вы можете сказать по этому поводу? О, пошли. Это все ты, блин. Колдун какой, ты не хотела спать, и сейчас я тоже хотела спать. Не розумію нічого. А що вам не зрозуміло? А що вам не зрозуміло? Ще один нерозуміючий. Тому не цікаво, ну тогда вийди. Тебе тут ніхто не держить, уходи. Что писать тогда вообще? Ничего не заразумела? Уходите. Вас тут никто не держит. Какие интересные. Особенно те, которые пишут возмущения какие-то в мою сторону, в нашу сторону, начинают возмущаться, что-то непонятное, что-то еще, что-то. Что-то гнать, какую-то фигню. Какого черта? Просто развернитесь молча и уйдите. Зачем устраивать эти сцены здесь непонятные? Скажите, пожалуйста. Они не в теме и не в доле. И они просто странные люди. И все. Все очень просто. Привет, Марина, которая сидит до 11:30 в ТикТоке. Мне тут рассказали уже, до скольки ты там сидела в ТикТоке. Пожаловались на тебя. Рассказали, какая ты хорошая. Что ты там вчера делала в трансляции, что люди на тебя жалуются. О, все, поуходили. Поуходили. Разогнала всех, кто был. Последних людей разогнала. Да блин, просто зачем сидеть и что-то хуйню какую-то писать? Типа, чем они сидят, пишут, и тут нудят мне, то лучше пусть они уходят. Вот этот, который сидел у меня на... Тут, здесь, в топах этих. Так я что, вот ТикТок меня уже выгнал. Я выгнала всех этих занудливых типов, которые были у меня на трансляции. А меня уже ТикТок выгоняет. Говорит, вы 90 минут трансляции, уходите.